Я приветствую всех из Одессы. Сегодня 9 июля 2024 года. В 15:30 у нас в Одессе объявили воздушную тревогу. Причина – это пуски баллистики с Крыма. Куда летит баллистика, неизвестно. Некоторые источники информации, мониторинговые каналы, скажем так, сообщают о том, что направление Одессы – Черноморска. Некоторые пишут, что летит направление Запорожья. Вот. Но пока что взрывов не звучало, уже, в принципе, 5 минут прошло, уже 15:35 на данный момент. Поэтому я думаю, если бы летело в нашем направлении, то уже слышно было взрыв. Что у нас по обстановке? Минут 10-15 назад сообщали о том, что слышно было взрывы в Одессе, сообщали о том, что сбивают разведбеспилотники, которые с акватории Черного моря летают где-то в направлении Черноморска, Затоки, вот, пытаются вынюхать какую-то информацию. Соответственно, его сбивали. Относительно того, сбили или нет, не знаю. Вот. Но то, что летает это беспилотник, как раз таки говорит о том, что присутствует высокая угроза нанесения ракетного удара по той территории, где он летает. Вот. Это Затока, Черноморского направления. Поэтому, скажем так, на тревоге нужно реагировать обязательно. Если бы не было этих беспилотников, еще как-то, знаете, можно так относиться более халатней. Хотя, конечно, сейчас к тревогам относиться халатно нельзя. Но, во всяком случае, я же говорю, если летает беспилотник, значит, ищут точки для нанесения ракетных ударов. Вот. Также у нас слышно было, авиацию летала в небе. Вот. Ну, что-то пролетало, я не знаю, что это было. Но что-то слышно было. Вот. Как-то так. Такая вот обстановка у нас на данный момент. Пока что все спокойно. Еще раз повторюсь, взрывов никаких не звучало, пролетов нет. В любой момент ситуация может поменяться, поэтому берегите себя и своих близких и обязательно реагируйте на сигнал воздушной тревоги.